Летний роман с вампиром не каждому по зубам. У меня странные чувства к этому монстру. Они любят горячую кровь, но их сердца всегда холодны. Что-то я заскучал. Их поцелуи похожи на укусы. Я чувствую себя такой живой. И к тому же они ненавидят солнце. Вывод? Если и влюбляться этим летом, то только в оборотня. Выбор за тобой. «Каникулы с сердцеедами» с 4 июня на Sony Sci-Fi. Смотрите на BTV KZ. Бесплатно 30 дней на телеканале Sony Sci-Fi.